У выдавецком доме «Гомельская правда» подрихтовали фотоальбом, присвященный 75-летию вызволения Беларуси. В его вошли здымки, сделанные военными корреспондентами и сучасными журналистами. Сторонки книги перегорнули наши корреспонденты. Гомельский областный музей военной славы. Сегодня у его архиве находятся тысячи фотоздымков, сделанных подчас Великой Айчины, причем их колькость постоянно повеличивается. Минавито супрацовники музея помогли журналистам «Гомельской правды» подрихтовать первый раздел фотоальбома «Война». Имкнулись отобрать не просто лепшее. Необходимо было иллюстровать историю вызволения Гомельщины таким чином, как читачи отчули себе удельниками тех подей. Наша память – это святое, которое, конечно же, берет за душу и даже пересматривая фотографии. Некоторые просто вызывают слезы. Но согласно структуре книги мы решили так, начинать с самой первой точки освобожденной, райцентр Комарин бывший, и дальше идти по населенным пунктам. Об зместе фотоальбома «Поклонимся великим тым годам» можно мерковать по его разделах. Война, ахвяры, патриоты, вызволение, маршал. Об двойчы герои Советского Союза маршале Ракасовским, войски якого вызволяли Гомельщину. Апрача архива музея военной славы выкарыстали и уласные фотоздымки. Правда, на некоторые месцы при пришлось выехать еще раз. Помники, которые связаны с периодом Великой Айчинной, обновляются. Нигде изменился их внешний выгляд, нигде прилегающая территория. Сегодня у «Гомельской правды» кажут, что никаких значных проблем при подрихтовке выдания, присвященного 75-летию вызволения Беларуси, не было. Урешті у выдавецком доме газеты уже есть великий опыт подрихтовки книг. У 2017-м тут выдали летопись прокуратуры Гомельской области. Сёлета книгу, присвященную 100-летию областного управления Комитета державной безпеки и Афган. Альбом. Сейчас мы работаем над несколькими книгами, юбилейными книгами, в том числе юбилейная книга «Гомель Древ», «Транснефть. Дружба». И уже начали работу красочного альбома к 100-летию Дворцово-паркового ансамбля. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».